Следующий термин, который мы можем встретить с вами на этикетке, называется просто, коротко, кло. Это термин исторический, который относит нас к монастырскому виноделию, которое было распространено, безусловно, на территории Франции, конкретно на территории региона Бургундия. Также монастырское виноделие встречалось, да, в регионе Эльзас. Собственно, что такое кло? Кло – это маленький старинный виноградник, как правило, окруженный какой-либо либо каменной, либо построенных из иных сооружений стеной. Соответственно, виноградник кло, как правило, принадлежал к различным аббатствам, монастырям. И вот такой вот изгородью, таким забором, соответственно, монахи пытались показать, что эта территория принадлежит к, собственно, монастырю, является владением монастыря. В данном случае мы говорим о историческом уникальном расположении виноградника, который входил в состав действительно либо монастырей, либо принадлежал им и располагался на близлежащих территориях. Соответственно, такой термин, как я уже говорил, характерен для вин из Бургундии. Самый известный пример – это Кло Вужо, да, это виноградник высшей категории, Гран-Крю. И, соответственно, если мы говорим о, например, Эльзасе, Кло де Капуцин, да, то есть также известный старинный монашеский виноградник, который имел отношение непосредственно к монастырскому виноделию. В данном случае это два таких наиболее влиятельных, наиболее интересных с точки зрения виноделия регионы, где мы можем с вами встретить этот термин на винных этикетках.